собрать схему, подключить ее, да так, чтобы было все согласно технике безопасности. Новая электромонтажная мастерская в удачинском филиале регионального колледжа встретила первых ласточек. Важно то, что на новом оборудовании могут проходить практику не только студенты колледжа, но и повышать квалификацию работники удачинского ГОКа от 3 до 6 разряда. Для нас, конечно, очень важна та поддержка, которую мы имеем со стороны комбината. В целом, вот это наше взаимодействие, оно для всей удачинской площадки имеет огромный положительный плюс, потому что на этих стендах могут заниматься как студенты, так и рабочие производственники, которые хотят повысить свою квалификацию, так, быть может, и те специалисты или рабочие, которые привлекаются из других регионов. Поэтому получается, что вот этот стенд, вот эти стенды, они уникальные. Первая подобная мастерская была открыта в Мирном за короткий срок. Студенты освоили азы, и в настоящее время ребята занимают лидирующие позиции в соревнованиях на разных уровнях по специальности техник-электрик. Павел Калинюк, студент 4 курса, стал победителем на региональных соревнованиях по World Skill Russia. И совсем скоро он представит свой колледж на российских соревнованиях. Задача – за определенное время правильно собрать и подключить электросхему. Ну а самое главное, все больше желающих получить данную профессию, востребованная, говорят ребята. Впечатляет то, что много перспектив после окончания колледжа будет. И, не знаю, просто нравится. Если электромонтажная мастерская уже в эксплуатации, то сварочные и токарные цеха только приобретают свой новый облик. Сейчас готовится как раз непосредственно, чтобы обучать токарей, именно вот таких специальностей шлифовщиков и так далее, вот которых у нас сейчас дефицит. И мы как раз вот сегодня будем решать вместе с Владимиром Викторовичем о том, чтобы дополнительно обучать ребята, дополнительно вот у нас были эти профессии. Мы закрывали те дефицитные места, те дефицитные профессии, которые у нас есть на предприятиях. Руководство комбината и регионального колледжа решили рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении и модернизации материально-технической базы в удачинском филиале. Ведь только тогда возможно подготовить грамотных и квалифицированных специалистов. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».